Когда у нас было перевоплощение, морально я, естественно, готовилась к худшему, как и все мы. Честно говоря, вот перевоплощение – это было, наверное, такое самое-самое-самое серьезное, что было у нас у всех в мыслях. И никакие испытания. Вот мы ехали на каждое испытание и почему-то постоянно ждали перевоплощения. И постоянно думали, бог мой, сейчас с нами такое сделают, сейчас просто подстригут налысо зеленые волосы. Ну, в общем, фантазия у всех здесь буйная, бурная, и мы боялись этого больше всего. И когда этот день наступил, я была готова, ну, я не скажу, что там налысо кардинально, не буду лукавить, да, налысо я бы не была готова, но была готова, да, что меня подстригут, что меня перекрасят. Вот. Меня действительно перекрасили, просто подровняли кончики, там, грубо говоря, слишком не изменили, действительно. Вот. Но не изменили, видимо, потому что действительно этот образ не подходит. И в этом образе я органична, скорее всего, я так думаю. Потому что ни одну меня изменили немножко, других девочек тоже немножко изменили, некоторых очень кардинально. Но, видимо, вот эксперты мне сказали, когда они меня сначала немножко дезориентировали, сказали, что мы из тебя сделаем естественную девушку, мы тебя покрасим, скорее всего, в русый, в темно-русый, и будешь ты у нас естественная, может быть, подстрижем. А в итоге практически они меня просто сделали еще светлее, еще больше выделили глаза. И потом, когда уже на финале, я спросила у Сергея Никитюка, вам нравится? Он сказал очень. И он потом мне вот наедине сказал, что в моем образе вот действительно я органична, я ему вот такая нравлюсь, поэтому вот так. По поводу фотографий, которые были перед перевоплощением на стене в нашем шоуруме, у меня, да, видите, своими волосами там практически ничего не сделали, волосы остались на месте и блондинистые. Мне очень увеличили глаза. Я не знаю, какой был намек, но сейчас уже мне кажется, что они просто вот моим цветом, когда меня перекрасили, они их подчеркнули. И, в принципе, может быть, я просто, когда рассказываю, у меня глаза немножко так вот на выкате, поэтому они так вот с меня стебанули, скорее всего. Но, в принципе, мне очень даже понравилось, очень прикольная, кстати, была задумка, идея с этими фотографиями. Мы с девчонками очень классно иногда действительно пошутить над собой, как-то поюморить, поэтому мне это понравилось очень.